Приветствую вас, и прямо сейчас для того, чтобы купировать негативные воздействия на вас, необходимо, чтобы вы начали регрессировать. Чтобы вы позволили себе регрессировать. Позволить себе регрессировать значит позволить себе расслабиться, занять такую позицию, такое состояние принять, которое для вас, например, было бы самым комфортным, самым удобным вот на данный момент, которое бы могло бы вам обеспечить некую релаксацию, что помогло бы вам преодолеть вот прямо сейчас вот это вот состояние, когда вы готовы сорваться. Дальше следует сказать так, что, конечно же, надо изучить причины, по которым у вас это состояние возникло, да, то есть вот, состояние, которое привело к тому, что вы практически пришли, практически оказались перед угрозой срыва. Вот. Это ну, необходимо вам самой постараться для себя выявить и определить по возможности, конечно же. Значит, необходимо понять следующее. Что без проработки моментов, которые вам несли негатив, без работы над этими моментами, нельзя говорить о том, что у вас, например, в ближайшем будущем, нормализуется вот все, что происходит. То есть для нормализации, для того, чтобы, чтобы вы не были в состоянии нервного срыва, необходимо именно анализ причин, по которым вы оказались вот в этом самом состоянии нервного срыва, и только так можно гарантировать, что у вас получится реализоваться, получится как-то вот сделать так, да, чтобы вам стало легче. Если этого не сделаете, то ситуация будет постоянно вас напрягать, ситуация будет постоянно повторяться, и вы просто-напросто будете в состоянии повторяющихся, или лучше сказать, в данном случае циркулирующего. Вы будете в состоянии циркулирующего напряжения, которое вам, опять же, ничего хорошего не принесет. И вот, соответственно, именно это вам и нужно сделать, то есть подумать как следует на тему того, почему вы оказались в этом состоянии, в котором вот
сейчас пребываете. Почему вы, можно сказать так, что потеряли контроль над своей жизнью и позволили людям нарушить ваше личное пространство? С чем это вот связано, с чем связан такой вот момент, с чем связано такое ваше поведение? На самом деле это очень важно именно для вас, потому что именно понимание того, что привело вас в это состояние, именно понимание этого поможет в будущем избежать повторения таких ситуаций. Ну и безусловно, совершенно очевидно, что вам не хватает поддержки, тепла, не с кем поговорить и так далее. Вот это можно компенсировать консультации с психологом, который поможет вам набраться сил, там поможет вам собраться с мыслями, понять, где вы и так далее. Обращайтесь к любому из понравившихся вам специалистов. Будем рады вам помочь. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы или что-то непонятно в моем ответе, пишите в личку, буду рад вам помочь. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи.